На канале Украина состоится премьера четырехсерийной мелодрамы «Дочки». Сюжет сериала расскажет про семью 40-летних Виктора и Полины Анохиных. У них рождается долгожданная дочка. По стечению обстоятельств в соседней палате молодая мать отказывается от своей новорожденной девочки. И сердобольная Полина уговаривает мужа забрать малышку себе. Муж соглашается, но в день выписки случается трагедия, и он погибает. Полина остается одна с двумя дочками на руках. Проходит время, Лиза и Вика считают себя родными сестрами. Но однажды Лиза узнает, что Вика удочеренная, и обвиняет мать в том, что из-за сестры та лишила Лизу счастливого и сытого детства. После смерти матери Лиза врет всем, что удочеренная она, и намерена искать своих настоящих родителей. Главные роли в сериале исполнят Ольга Арнгольц, Полина Насыхина, Кирилл Жандаров и Евгений Лесничий. Премьера четырехсерийного сериала состоится 5 апреля на канале Украина. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.